Меня зовут Церенов Виктор Батнасунович. Я хочу рассказать про своего отца Церенова Батнасуна Хаевича, 1916 года рождения, уроженец Малодербетовского улуса, поселка Зурган. Войну он прошел всю войну, начинал служить в 1939 году, служил в Бресте и с первого дня войны участвовал в Великой Отечественной войне. Вообще он был не любитель рассказывать, но иногда то, что от него слышал, она мне глубоко врезалась в память. Поэтому я хотел бы рассказать о некоторых его боевых буднях или трудностях. Он был пару раз в окружении, но выходили оттуда они. Потом был тяжело ранен, и не единожды. Всего он имел 12 ранений. И я помню в детстве, когда иногда у него эти раны воспалялись, и оттуда выходили мелкие осколки металлические. С ноги, с головы. Ага. Представляю, что им пришлось пережить, нашим солдатам. И когда один раз его тяжело ранили, он рассказывал, он 3 дня по ночам полз к своим. У него была перебита рука и перебита нога ранена. И вот с одной стороны обои. И как он выбрался эти 3 дня полз, я даже представить себе не могу. Вот что значит жажда к жизни или желание выжить. И один раз, говорит, ночью, говорит, слышу, говорит, движение. Я, говорит, скатился, воронка такая от бомбы. И там над ней лежу, а тут немецкий разведгруппа подошла, говорит, посидели на краю этой воронки, а я внизу, говорит, покурили, окурки побросали на меня и ушли. Говорит. И я опять пополз. На 3-й день наши зацепились, там была естественная как преграда, железнодорожное полотно линии. И мне, говорит, удалось догнать, говорит, наших. Как бы. Я через эту насыпь переползти не могу, говорит. Полз, пока не нашел трубу сливную, эту водосточную. И по этой трубе пополз. Я как раз с той стороны подошли наша разведка. И они его приняли. Ага, сперва не поверили, а потом, когда я, говорит, сказал номер части, все, поверили, говорит, ага. На плащ-палатку провезли его, потом в госпитале лежал долго, ага. И еще раз хочется вот поведать о том, что разные вот разговоры идут, то не то, и это не так, а вот простые люди на уровне командиров, там, жителей. Вот он говорит, 3 раза его спасли во время войны, а с Широклага 3 русских человека. Это первым командир, когда калмыков по вот этому ложному обвинению снимали с фронтов, им же говорили, как создается национальная часть, и пойдешь служить. Кто соглашался, сдавали оружие и шли туда. А командир ночью пришел к нему, говорит, Батнасун, говорит, ты, говорит, придут утром особисты, ты не соглашайся. Скажи, что с этими ребятами начинал войну, с ними я и довоюю. Ну, отец так и сделал. Все-таки у них было боевое братство, я так понимаю. Они уже через многое прошли. И хотя вот командир рисковал очень по тем временам. Утром точно, говорит, пришли 2 особиста, так и так, такой. Создается национальная часть, пойдет служить, отец. Говорит, нет, я с этими ребятами начинал войну, с ними довоюю. Так и он остался в частях и воевал до тех пор, пока его в Польше сильно ранило. И он попал в госпиталь. Потом после госпиталя, он же не знал, что родных всех выслали в Сибирь. Поехал с Волгограда, тогда Сталинград был, прыгнул на попутках, доехал до Дербета. Попалась ему женщина русская, она, говорит, знала до войны его. Батнасун, ты что делаешь?
зачем ты приехал? Тут, говорит, сколько приезжало, говорит, тогда их как дезертиров многих, говорит, ликвидировали комендатуру. И она его к себе домой повела, спрятала и ловила по ночам попутки. Опять 3 дня он с фронта уползал, 3 дня здесь. А потом комендатура стучат, а уже кто-то, видать, заложил или донесли. Говорит, что, говорит, не идешь, не отмечаешься? Он говорит, да вот, раны открылись, лежу. Вызвали врача, они привезли комендатуру, там перевязали раны, еще дали адрес, куда ехать, родных, куда вывезли. Дали сухпаек, деньги давали, дали, говорит, на дорогу. А, и, говорит, тебе повезло, говорит, комендант ему, говорит. В тот день, когда ты спрыгнул, приказ пришел фронтовиков не трогать, а помочь им найти родных, дать ему на дорогу довольствие и это все. Приехал он в Сибирь своих искать. Ну и уже такое, ну, вроде помощь, фронтовиков не трогать. Пошел в комендатуру искать своих. Они говорят, ну сейчас подожди. И вот он с утра сидел. А помощник коменданта был там, фронтовик, с одной рукой. Ага, раненый, видать, во время войны. Ну, ампутированная рука, одна рука у него. В обед я, говорит, взял документы, говорит, пошел, пойду пообедать, потом приду к коменданту, говорю. Отец так говорит. Пришел, вышел, а это фронтовик, капитан, который помощник коменданта. И говорит, солдат, а батя, что им, что такое? Назад, говорит, не приходи, говорит, тут много ваших было, которые искали, всех широк лак отправили. И отец назад не вернулся, поехал сам искать своих и нашел вот так своих. Но отец, когда пошел на войну, ему было 23 года. Он не на войну, а служить в 39 году. И попал как раз туда, на Брест. Потом, когда отступал, и так вот, 292-й дивизии он служил. Дошел, Дня Победы служил. Не, он был в Польше тяжело ранен, и его потом комиссовали по инвалидности. Mm-hmm. У него плохо работала рука, перебита была. Mm-hmm. И нога была перебита. Кем он служил, рядовым? А? Рядовым кем служил? Да, рядовым. Какие награды у него? У него орден Отечественной войны первой степени, и еще есть медали юбилейные. А он мне говорил, что награды у него, которые были, он между госпиталями, когда эвакуировался, награды, документы все в каком-то госпитале, так не нашел, пропали. Потом уже, когда в Сибири, он пошел доучиться, он до войны учился в Башантинском техникуме, не доучился, ушел служить. Ага. И когда пришел с фронта, он пошел в техникум сельскохозяйственного ветеринарного врача в Сибири, доучился. И уже после того, как приехал в Сибири, вот, подымал хозяйство. Это вот ко Дню Победы мне хотелось бы еще сказать, что труженики тыла тоже очень большой вклад несли. Вот у нас, где я родился, не родился, а родина наша Ханата, там была вот цепь Сарпинских озер, и мама моя была вот эта. Красные косынки было движение молодежное такое. Она активная участница была и получила даже от самого Калинина в награду норковую шубу перед войной. Во время войны, вот, когда еще не дошел фронт до нас, за то, что они переправу вот эту сделали через, возили на телегах, камни, землю, для того, чтобы войскам легче было передвигаться через эти озера. И эта шуба, она очень здорово помогла матери. Когда они в Сибирь приехали, она продала, и некоторое время они жили на эти деньги, которые выручила, спасла. Такое с детства уважение к отцу и это, к его трудной судьбе. Когда у меня самого родился сын, я назвал в честь своего отца Батмасун. Ага. А
потом так уж получилось, он служил в разных местах, практически прошел все горячие точки, начиная от Осетии, Чечни, Дагестана. Ага. Короче, точно как отец, сейчас на СВО. И когда получил награду, у меня родилось такое стихотворение, я хотел бы поделиться с вами, прочитать. Я гордился отцом, когда был молодой. Он прошел всю войну и вернулся домой. Годы прошли, стал я старым, седым. И теперь я горжусь уже сыном своим. Он не бросил страну, не бежал за кордон, а пошел на войну за отчизну, за отчий свой дом.